Под небом блакитным. Выстава живопису гомельского мастака и архитектора Вольги Копачевой открылась у Центральной городской библиотеки имя Герцена. Амаль 40 работ выполнены у жанры городского пейзажа. На их ведомое место и помники архитектуры Беларуси. Большесть присвечена родному городу. Не засталась без уваги и архитектура Санкт-Петербурга, Иерусалима и Амстердама. Акварельные работы отрозниваются прыгажостью фарбов и легкостью, насыщены эмоциями. Из каждой поездки хочется что-то подчеркнуть. Еще не освещенная оказалась Грузия. То есть в каждом уголке разных стран есть свои очень красивые места, которые хочется показать, рассказать. Но это красота, которая тебя настолько поражает, и ты понимаешь, как человек ничтожен перед красотой и величием природы. И вся эта выставка – это только маленькая капля того, что я увидела, того, что я хотела рассказать и показать. Особливые уваги заслуговывают картины на морскую тематику. Это написанные аллеем работы корабли, яскравый горизонт и морская стихия. Кранают и простые сельские замалевки. Многие из картин были означены на международных и республиканских конкурсах.